Thank you.
Лысый. Вот она. Ёб твою мать! Первый тайм вели гости. После перерыва прекрасный гол Олега Елышева сравнял счет. Команда гостей сражалась на смерть. Надо отдать им должное. Не преуспев в атаке, они решили бороться хотя бы за очко. Но Сергей Волгин был иного мнения и дальним блестящим ударом забил победный гол. Победа. Об истоках успехов и побед команда «Текстильщик» еще летом говорила директор хлопчатобумажного комбината Лидия Ивановна Рыбянченко. Пробив массированную оборону соперников. После ответного мяча гости раскрылись. Их устраивала только ничья. Они боролись за ответный мяч. Появилось очень много опасных моментов. В очередной атаке, опередив защитников, Олег Морозов через 4 минуты забил в дальнюю девятку второй гол. После третьего гола игра практически шла в одни ворота. И закономерен был последний гол, забитый лучшим бомбардиром команды Виктором Новаченко. В дальний нижний угол, не оставив никаких надежд вратарю. 4-0. Вспомним последние игры, которые предшествовали этой победе. 30 октября в Волгограде...